Девочки, хочу наквасить капусты. Он ведерочка. Взяла капустынку. А что-то я эту нож этот... Сильно он тут закрученный. Наверное, оно не раскрутится. Ой, блядь. Кошмар. В какую сторону крутить? И какой крутить? Два? Это закручивать, наверное. Не-а. А над огнем подержи, уже оно. Тут оно. Наверное, раз это самое. Раз пшикалось. Да, оно. Тут навеки вечные, наверное. Ой, сейчас над огнем, а потом руками схватиться. Да что оно над огнем? Это ж тебе не пластмасса. Кошмар. А там нету еще одной. Ну, смотри, их было две. Сейчас схватиться и все. Это нету. Ключом. Ключом надо. Может, упало туда? Да нет, там оно не упадет. Что-то падало туда. Может, крышка? Не знаю я. Ну, все. А ножом резать это долго. Ну, дай я. На. Да нет. Ну, их было две. А чего одна стоит там, а где же тогда вторая? Ну, тут нету. Ой, блядь. А тут нету. Я знаю, что их две было. Я даже не знаю, откуда это взялась. Это ты, наверное, откуда-то с каких-то квартир принесла. А ну сейчас я туда позаглядываю. Может, упала? Не знаю я. Ой, девочки, всю жизнь что-то ищем. Я думаю, и вы все время что-то ищете. Мне как что-то искать, так лучше не знаю, что. Нема. Их было две, 100%. Я же еще не сумасшедшая. И тут нету. И вот как ее раскрутить? Тут плоскогубцы надо. С плоскогубцами схватяшить. Что вы друг на друга то рычите? Еще вас не хватало тут. А ну сейчас я молотком побью. Ой. Вот, девочки, жених бы и пригодился какой-то. Сделал бы нам сейчас. В какую сторону оно? В эту. О, все, 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 смотри. Что? Да, я постукала. Девочки, что значит дочка столяра? Я всегда, когда что-то делаю, и говорю, я дочка столяра, у меня все получится. Хе-хе. Постукала. Царство небесное папе, что у него такая дочка умнейшая. Да, Дикуся? Я тебе нравлюсь? Скажи, конечно. Нравишься. Чего ж не нравишься? Ты такая добрая, добрая. Так, девчонки, сейчас. Наверное, на 4 части надо, да? Капуста, шлакоблок, девочки. Вот тяжелая. Что за сорт? Вот как с такой капусты можно сделать голубцы? Только вот так, как я показывала. Вперед отрезать. И то, что надо. О! А то покупаем. Не, ну мы покупали пару раз, а то Оля угощала рыбница. Так, девчонки. Куда упала вот это жидкое красное мыло? А, да? Да. Ты достала уже? Достала. Тюх. Угу. А что? Забыли за ним. А то же, оно, наверное, знаешь, что упало? Эти же, наверное, когда балдели вот тут. Ага. Потому что и машинка же была отодвинута, и все. Это же они даже машинку отодвинули. Так, девочки, вперед. Засекаем время. Это если оно сейчас будет тереться еще.
картошка. Ага. А ты морковку пока выску потри, чтобы готовая уже. Ага. Пошла музыка. Мы все время с Олей каждый год квасили. Я вам рассказывала, бочечка у нас есть. И мы полную бочечку. А потом забывали кушать ее. Короче. Капусту все умеют квасить, правда? На колено надо встать. О, вот так удобно. На, будешь морковку? А ну на. На. Реально не хватает морковку. Они морковку любят, капусту любят, яблоки любят. Если бы они еще молоко давали, о. Как козы. Ага. Музыка, дай купим козу. Глянь, как я молоточком стукнула. Что значит голова? Я старшая дочка. Весь ум мне дали. И сообразительность. Даже можно сидя. Поясница девочки болит. Ой. А сидя неудобно. Ой. Съели морковку и стоят, заглядывают. Да не, я им все время кидаю морковку. Как что-то готовлю. И капусту. Нате капусту, кто будет у вас. Ледяная. Не сильно холодная. Ну, потому что уже сегодня не такой мороз, как вчера. Было две, я сейчас. А их было две. Я же еще не сумасшедшая. Вспомни, их все время две было. Вот это и не было. Это ты принесла откуда-то. С каких-то квартир. Ага. Тут девочки с каких-то квартир, Оля была продавала квартиру два раза. Да. И хозяева не все забирали. Ну, что не забирали, если что нормально сюда приносилось. Вот это, по-моему, это было это. Титова, когда ты жила на Титова. На Титова. А наша я не знаю где. Огурчики. Ага. Сейчас дам. Дам. Это какие цурпалки? Вот кошмар. Вот где цурпалки вот эти? Ужас. А может цурпалками и вылетает? А чем оно будет вылетать? Тоненькими листиками. Оле, видите, женихи делали капусту. Каких детям не доставалось. Да, каких она женихов мало. У них жены были. А и жены и делают. Да. А ты не узнала, сколько директору лет? Не спросила? По-моему, или 68, или 69. Скорее всего, 69. Так, девочки.
Это одна половинка, считай, четвертушка. Уже дотерлась. Это такое, что руками надо будет. Ладушки. Маленькие, которые отлетают. Так, это цурпалочка, нам не надо. Малыш, что ты это вытянул уже? Соус этот в пачечке. Уже сидит, грызет его. Ой, хрена надо им надавить куда-то. А что они с хреном съели тоже? Дай сюда. Ух ты. А ну, Нати, я выдавлю. Будешь кушать? Иди сюда, малыш. Смотри, тут есть немножко. На. Малышок, на. На, дикуся. Во рты повыдавливала. Облизываются. Конечно, вкуснятина. Да, малыш еще. Хотят человеческой еды. Да, едят. Малышок, я к тебе аж побежал. Хай, да, малыш. Человеческую еду. Ты же схватил, грызь. Да, ешь, я ж тебе даю. Ты могли бы порвать что-то. На. Ой-ой-ой. На, малышок. Вот уж. Иди немножко, рука болит. Да, иду. Только так, не пахкай об стол сильно. Ага. Вот, болит рука, по очереди надо. На. Давай. Эти сними свои кишки. Снимай. Сейчас скажу. Моя очередь. Ага, разговаривай. А я пока печеночку порежу. А я в том году по рецепту с телефона. Думаю, сделаю капусточку тоже. Ага. А там написано заливать горячим этим сиропом. Рассолом. Рассолом. Горячим. Горячей водой. Я не понимаю. Ага. Ты сделала? Я сделала. И выкинула. Оно как сопли, все в сопли превратилось. О. Ужас какой-то. Надо делать всегда, как делаем. А не слушать. Если нарочно пишут. Жду ж. Думаю, господи, хотя бы скорее. Капусточка уже. Ага. Никакие уксусы нельзя добавлять. Ничего. Угу. Вот, сахар, соль, морковка. Все. Ну, я пробовала. Овощник давал на пробу, у него капуста тоже. Была с яблоками. Вкусная, между прочим. Если правильно сделано, что ж не вкусно. Очень вкусная. Раньше вспомню в магазинах, как яблоки выбирали. Я помню, яблочко или снежный кальвин, или эти. По-моему, снежный кальвин туда идет. Самое больше. На, Дик. Так какие они вкусненькие выбирали. Они сладенькие, пропитанные вот этим соком капусты. Так. Покрышить яблочко. Вон, у нас же есть яблоки. Да. А я вот покрышу. Вон, зеленая вот тут. Да. Попробую. Не, а я когда-то ж делала, вспомни. Ой, текай! Ты посмотри, как напрыгнул, испугал меня. У этого я еще ходила, собирала в соседа в этого куколки. Вот. И это. И кидала. На половинке резала. И бочка. Да, я делала один раз. Вкусные, сочные яблоки. Так это же яблочки домашние, вот эти миленькие. Попробуем эти. Сейчас. Что оно получится? Попробовать можно. Да, уже не будет. Конечно, только вкуснее. Порежу. Сейчас порежем. С удовольствием. Итак. Ну, рассказывай что-то. Думаю. Молчать дома будешь. Думаю. Ага. О. Беленькая капусточка. А сейчас вот этой харьковской нету, по-моему. Я в этих спрашивала бабочников. А что такое харьковская? Ну, она белая, плоская такая. А.
Они говорят, сейчас уже такого сорта нету. Как картошка американка нема. Как розовые помидоры вывели. Ага. Чтоб летом вот такие помидоры были невкусные. Я помидоры разлюбила. А что, вкусных помидор никогда не покушаешь. Да. Все научились удобрять, подливать. Так они сами. Вон на тополе я, у которого скуплялась, когда торговала. Он сам сказал, что уже, говорит, вывел помидоры. Уже их нету. Если розовые есть, только вот эти сорта, которые как дубовые. Это их не выгодно. Они же на кусту, они сильно мягкие, их не довезешь. Им, говорит, не выгодно. Клубника. Что клубника невкусная? За лето ни разу клубники не покушаешь хорошие. Раньше осы. Дубовая. Я вот девочки сколько раз в этом году, ну прошлым летом, клубнику крышила как редиску кружочками, сахара полкило на полкило и ложкой сидела ела. Кислятина и твердая кошмар. Кушаешь, потом психуешь, бросаешь и кушаешь. Нету ни клубники, ничего нету. Одна чепуха. Кошмар, все вот такой перевели. Раньше осы налетали летом, когда эти фрукты. А сейчас ни ос, ничего. Одни мухи. Да. И мошкара. Ага. Одни мухи. Как я тогда. Сейчас уже начинают бегать, покупать удобрения. У нас же там семенной магазинчик этот. А. И уже бегают покупать. Ну, в сраку с удобрениями. Ага. Хочется же на воде вырасти. Всякие вот эти, да. Уже покупают. Удобрения мы в магазине купим. Я вон огурцы, девочки, выращиваю. Никакого удобрения, только вода. Никакие, что советы дают. У Молина этот жених, танцор диска, который. Ага. Он все время мочевину, чешу, он говорит все время. Да, что-то мочевина. А, нет, селитру. И еще вот это, на мэ ты правильно сказала. Мочевина. Да. Как-то, да. Все советует. Я говорю, мне не надо давать эти советы. Я такое куплю на базаре и в магазине. А дома я хочу выращивать только на воде. Не надо мне никакие удобрения. Не надо никакие удобрения. Девочки, отбила печенку. Я уже показывала, как я ее делаю. Я думаю, что уже 10-й раз показывать не надо, как я готовлю. Вот уже и тут. Да. Вот это скорость. Девочки, вы видели? Вот это можно порезать ножом. Конечно. Хорошие кусочки. Ага. Вот это скорость. Нифига себе. Я ж повар. А, я забыла. 20-го разряда. Повар 20-го разряда, девочки. Расскажи, как ты в ресторане работала. А то же я рассказываю, может, я что не помню. Интересно, что ты работала в ресторане. Сколько лет? Много лет. С какого года сейчас? Вспомним. Кем работала? Я все говорила. Что ты делала, как помогала? Да. Получили квартиру на Победе. И переехали на Победу. И ездила на... А кто получил? Свекруха.
Ну, бесплатно трехкомнатная квартира на Победе. Второй этаж. Комнаты здоровые, ну, правда, две смежные. Кухня большая. Второй этаж. Кухня вообще жить. Да. И комнаты большие. Комнаты, да, хорошие. Все. Да. А там, когда на Титова, на Янгеля жила, вышла замуж, устроилась в док на работу. Деревообрабатывающий комбинат. Кошмар. Да, ЖБК там, железобетонный комбинат и деревообрабатывающий. И делали паркет. На всех операциях стояла. Тоже по батьковым стопам пошла. Да. Там такой паркет делали, отправляли на экспорт. Ой. Ага. Зарплата была. Выходишь в выходные дни. Двойная. Ну, как кругом раньше. Да. Вот. А потом получили квартиру, поехали в село со свекрухой. Приезжаем в сентябре. Я этого и не знаю. И а в почтовом ящичке конвертик. Я и не знала. Письмо. Где? Открываем, а там ордер на квартиру. Что, прям в письме ордер? Да, в письме был ордер. В письме ордер? Да. Что такое было? Да, в письме был ордер. Девочки, я первый раз это слышу. Да. На ДМЗ она работала. Грузчик-экспедитор, потом дворником работала. В общем... Я первый раз все слышу. Да. Шупордер. Да. Тогда в те времена вот так вот было. Не бахкай мне, поломаешь сейчас телефон. Ну все, давай до ума доводи. Я уже делаю печенку. А ты до ума. Не, а ты давай сама соли. Бери уже сама, я печенку делаю. Что, ты сама не посолишь? Я не знаю, сколько соли. Ты ж повар. 20-го разряда. Ну, на тогда в муку сейчас будешь печенку и на сковородку. Повар 20-го разряда солить не знает как. Ой, господи. Картошка не готова, кстати. Не, ну так что мы же не бросим это все. Угу. Это мука. Сюда. Морковку надо сюда. Девочки, морковку сразу я перетираю. Бо говорят, ой, пересыпать надо, девочки, передавливать. Ничего не пересыпать. А то, ой, капуста будет желтая. И что дальше? Вот. Никаких уксусов. Ну, я, девочки, я не спорю. Может, кто и делает на рассоле хорошо. Я не спорю. Я никогда не делала и не собираюсь делать. Только как положено. Классика. Лавровый листик. Кругом. Кстати, уже заканчивается. Надо покупать. Сейчас будет стрелять. А где соль? Вон, вон. На столе. А. Делай меньше это помой. Девочки, все на глаз. Никаких мерил, никаких рюмочек, ложечек. Посолили. Все на глаз. Чтоб было вкусно. Еще чуть-чуть. Вот это будет самый раз. По-моему, с годами мы уже у нас руки мерила. Правильно? Сахар обязательно. Есть сахар не ложат. Говорят, будет мягко. Ничего подобного. Ой. А сегодня еще... А какой сегодня день? Среда? Да. А сегодня еще женский день, среда. Но я в это не верю. Все, девочки, хорошо пережмакуем. С силой они слабенько. Сейчас я, чтоб сахарок и солька кругом. Чтоб не на стол. Ой, ну, хорошая, девочки, сок сразу он. Он сразу мокрая вся. Да, то, что надо, глянь. Надо будет еще вот так по одной брать и пару ведерок сделать. Да, да. Вот что мы тут. Они. То, что Томка тебе дает, это все равно она государственная. Это не домашняя капуста. Это все с баз, девочки.
солят. Какие-то. Какие-то дельцы и умельцы, а мы шо? Ну, по одной капустке делать каждый день. И то, что надо, хай стоит. Непонятно, какая цена вот скоро будет на капусту. Да, а сквашенная, да. И борщ можно сварить. Я когда-то, кстати, варила. Очень даже вкусный борщ сквашенной капусты. Сейчас попробую. А сочная страшная, глянь. Мокрая вся уже. Ага. Да. Хорошая капуста. Она ж крупная. Угу. Поспевшая, поспела. Угу. До кондиции дошла. Угу. Так, все, печеночка. Есть. Да. О, какая вкуснятина. Ой, какая сочная. Ее и сидя можно давить. То бывает, давишь, давишь, да, и сока нету и нету. Угу. А это прелесть. Так, я накрываю печеночку. Конечно. О, а ну-ка, что не прикрываю? А ну-ка, сейчас то я цурпалки брала, а сейчас миленькую на соль. А ну иди сюда, чтобы я уже руки не пачкала. Сейчас. Немножко соли еще. Соль же, зараза. У нас там один ходит по базару, предлагает соль каменная. Ну так надо взять, почем? Наверное, по 100 рублей. Мешок. Мешком надо брать. А ну на. Еще, еще. Харе. А теперь бери душистый перец. Сейчас ведро сюда. И будешь, я пару жменек, а ты пару перчиков кидай. Там он есть, духмяный, в конце же, наверное. Да. Все, встал кастрюлю, чи кастрюлю, ведерко сюда. Угу. Девочки, вот и ведерки пригодились, гляньте. Красотища, как ближе, ближе. Как раз ближе. Как раз близит. Ага. Тут еще, еще и еще влезло. Кидай пару. Ну, кидай вот так. Ага. Кидай. Надо лавровый лист купить. Не, ведерко будет. Сейчас его топчу. Подожди. Девочки, бачите, як за секунду и ведро капусты сделали. Утер будем знать. Такая большая капустина, ведро. Давай. И все, и хватит. А я сейчас засыплю капустой. Все. Вот, девочки, ведерко капусты. А сока пол стола. Глянь, ой, какая вкуснятина будет. Да. Капустка золота. А беленькая какая. Ага, белоснежная. Ой, сока сколько, глянь. Глянь, целая жменя сока. 80 гривен, 65 гривен. Килограмм? Капуста. Да. Чё, да ты шо? Квашеная. А мы вот взяли за сколько. Я даже не глянула, почем капуста. А яблоки не? Ой, я забыла. Сверху ложи. Ну, давай. Или нет уже. Да все давай, я и проткну кругом яблочко. Давай, помой. И сделай мне на дольке, я его туда сейчас. Угу. И хай оно проквасится. Если что, мы съедим яблочки. Мы такое съедим, вкуснятину. Девочки, забыли яблочко. Ничего. Сейчас я его распределю кругом, да. Круговую. Ой, какая красота. Вон, пол ведра сока, глянь. Надо куда-то ставить мыску, если она будет играть, чтобы оно не это. Ну, мыску поставим. И придавим. Чем? Кизилом. А чем-то придавим. Кизила мало. Давай. Вот убери зернышки, вырежи. Б. Ага. Повар, видите, что дает? Как, как повара делают все. Да, Дикуся? Ой, ждут девочки. Печенку только что им кидала. Хватали, как шакалы. Ну, вы представляете, какие тоже бессовестные.
Ну а шо? Как приучили с первых дней, так еще? И идет. Давай, хай будет. Девочки, я протыкаю аж до дна. И туда под низ ложу. О, запхнула. Запхнула. Яблоки вкусные. Ага. Запхнула. Тут яблоки на улет пойдут в первую очередь. Угу. Как просолятся. А тут как на озерке вот тут. Моченые, когда привозят. Да. В бочках. Бочки воняют вроде бы. А яблоки какие вкусные. Ой. Заходишь на озерку, сразу вся озерка. Слышно, что яблоки моченые бочками завезли. Это Западной Украины нам везут, да? Или откуда? Знаю. Ну, наверное, ж откуда-то оттуда. У нас такие не делают в наших районах. Или они... Ну, как-то же везут машинами и какими-то потом погрузчиками, наверное. Откуда я знаю? Я сама все время в шоке. Такую тяжесть, как они... Ну, машинами, наверное, завозят. Прям на базар. А как по-другому? По-другому никак. Девочки, потом покажем яблочки, когда будем кушать. Покажем не яблочки, а свои выражения лица. Или это будет вкусно, или это будет невкусно. Я всю правду всегда говорю. Я никогда не сбрешу, чтоб человек делал и потом проклинал. Каждый делает, во-первых, это труд адский, правильно? И деньги тоже копеечка у каждого. А то, что труд, так это труд. А потом еще... Если у тебя что-то не получилось, и кому-то пожелать это. Ага, сейчас, сразу он с вокзала. Все, девочки, все яблоко вобхала. В круговую и между капустой. То, что надо. У нас все вкусно всегда. Потому что делаем с настроением, с охоткой. Глянь, сок сверху уже все. Ты что? Глянь, смотри, сколько сока. А куда ее? Туда? Или хай тут? Здесь теплее. Да тут, конечно, хай будет. Девочки, уже вся соком. Смотрите. Гляньте, что творится. Глянь. Ага. Она уже вся в соку. И нахрена тут какая-то вода? Рассол. Да. Вот, вкуснятина. Она вся уже покрыта. Тарелочку теперь есть тут маленькая, чтобы накрыть? Тарелочкой. Ну, да. А ну давай. Что влезло? Вот это не? А ну. Не. Не. Вот у блюдечка может. Вот то он. А. Сполосни его. Угу. Блюдечко будет хорошо. А я не знаю, надо гнет или не надо. Ну, надо, чтобы она была вся там, в этом. Ну, вот смотри, она вся в рассоле, смотри. Ля. Ну, и все равно надо. Да, ну давай. Да. Я думаю, ля, девочки, гляньте, сколько сока, какая капуста сочная. И сверху вот это. Ну, так это, а сверху что поставить? Это то, да, смотри, как всё. Хорошо. А нет, а тяжесть какую? Давай думать. Кизил? Чимала кизила. Сейчас попробую. Банку, да. Мне кажется, хватит. Да. Все. С головой. Все, девочки. Гляньте, какая красотища. Сейчас руки мыть. Чесночок. Все пригодится, как Ольга Петровна говорит. Да. Даже жменька
Слушайте. Чего-то. Слушайте. Наставление. Порошка. Жменька муки. Иногда и... пригодится. Да, вот так кинися. Кулечек надо все высыпать. Кинися. Раз. И... Ой, слава богу, есть. Бежать не надо никуда. Да, да. Да. Ко мне когда-то соседка пришла с третьего этажа. Варила кушать, еще от ИБ не было, еще была березка у нас. Вот. И у нее не было буряка. И она ж спустилась вниз ко мне, говорит, нема буряка. Ну, не было. А мне так неудобно, что человек ко мне пришел, а у меня нету. Я говорю, так может там у тети Лиды или у кого? Она говорит, а я ни до кого больше не пойду, то только к тебе, больше ни до кого. Я говорю, стой у меня, я пошла. И я пошла по хаткам и достала ей буряка, девочки. Ой. Не помню у кого. Я сказала, выручайте. У меня все кипит, все шкварится. Я куплю, я отдам. Но сейчас одеваться не собираюсь идти. Это же не то, что выскочили, как ханыги. Вышли, надо ж и одеться, и подкраситься, и расчесаться. Чтобы выйти за бурячку. Дорогу перейти. На тебя с двух сторон водители посмотрят. Ага. Попибикают тебе. Как я недавно вышла, девочки, летом. Нарядная. Я не помню, но, по-моему, я ехала в Секин туда. Нарядная, одетая уже хорошо. И в резиновых шлепанцах, которых тут в огороде лазила. В прихожей свет не включила. А шлепанцы по улице ходить, у меня и тут же резиновые вот эти в огород. Лапти эти. И я стою на остановке, воображаю. Платье, а я не помню, в каком. У меня только платье, и летом только в платьях хожу. Я не хожу ни в каких штанах, ни в чем, только платье. Вот. И я одетая, сумка на плече, хвост начесала. Аж не знаю куда. Вот. И в шлепанцах, те, что в огороде лазила, а я в них домой ушла. Забыла переобуться, прикиньте. Ну и все, я ж свет не горит, и я наслепую, как я всегда свои обуваю. Ноги влезли и пошла. Вот только хохма была. Ой, так я, девочки, туда шла ж, не знала, что в чем я перехожу две дороги. А назад, так, а неудобно было, светофоры остановились. Думаю, это же на меня сейчас водители смотрят, скажут, думают. В голубых в этих, да? Да, в этих резиновых. Они еще и в земле были, как с огорода вылезли. Ой. Я думаю, это же стали на светофор. Я перехожу, сумка на плече, платье светлое, девочки. Одета вся надухана французскими духами. И в таких резиновых грязных шлепанцах. Кошмарный. Девочки, будьте здоровы. Пошли мы кушать. Я еще ничего не ела. Уже больше суток. Сейчас снимем вам икру. Печеночку вы видели, как я готовлю. Будьте здоровы, родненькие.